Приветствую вас, Екатерина. Давайте разберем ваш вопрос. Вот. В первую очередь, наверное, имело бы смысл пояснить относительно сновидений, да? То есть, чего именно вы хотите? То есть, если вы хотите понять, к чему вам это снится, да? То вопрос следующий. Вы хотите толкование сновидений? Или хотите через сон выйти на свою психологическую проблему? Дело в том, что толкованием сновидений занимаются эзотерики. А использование сна как рычага для выхода на психологическую проблему занимается психология, ну, в смысле психологи, психотерапевты и так далее. И я не очень из вашего текста понял, в чем именно заинтересованы вы, да, то есть вы заинтересованы в том, чтобы какую-то свою психологическую проблему решить, найти, или вы заинтересованы в том, чтобы понять, к чему вам это снится, потому что к чему вам это снится, вопрос, ну, обладающий в какой-то мере мистическим значением, да, то есть мистификация такая происходит. Вот, это не совсем то, чем занимаются психологи. Вот, поэтому давайте постараемся вот эти вещи, по крайней мере, максимально отграничить друг от друга, потому что путать их не нужно. Дальше. Я хотел бы в том числе пояснить, как происходит толкование, работа со сновидениями, как она происходит. Дело в том, что работа со сновидениями – это интерпретация. Интерпретация значения сновидения, да, для человека. И то, как вы задаете вопрос свой в контексте того, к чему это, да, то, как вы, ну вот, спрашиваете об этом. То, как вы об этом спрашиваете, наводит на мысль о том, что вы хотите интерпретации сновидения от нас, то есть чтобы мы интерпретировали ваше сновидение. Забегая немножко вперед, ну или по крайней мере мне так кажется, я могу забежать вперед, я скажу, что интерпретация сновидений психотерапевты не занимаются, по крайней мере, в современных направлениях. Ага, да, в частности, вот психоанализ занимался интерпретацией сновидений, вот, где, собственно, как бы психоаналитик давал свою интерпретацию сновидения, но совсем скоро после этого уже начали склоняться к идее того, что это просто замена одних интерпретаций другими, и что интерпретация как бы сновидение самим человеком гораздо более эффективно и психотерапевтично, вот, по своей природе, нежели чем интерпретация, значит, сновидения самим психологом, потому что происходит подмена. Происходит вот так называемая, да, подмена, ну, подмена понятий в данном случае. Вот, чего, в принципе, желательно не допускать. Вот. Как происходит толкование сновидений?
человек начинает пересказывать свой сон, да, рассказывать его. И в процессе этого, в процессе пересказа, во-первых, выстраивается хронологическая цепочка сновидений. То есть, как у человека происходило вот, проживание и наблюдение сновидений, в какой последовательности. Восстанавливаются элементы, это все может быть фиксируется. Вот. И после происходит выяснение того, какое значение, какие чувства, какие эмоции, какие мысли вызывает каждый элемент сновидения, более-менее значимый. А может быть и незначимый, на первый взгляд. Да? Как бы. Вот. И таким образом человек сам раскрывает собственное значение своего сновидения. Психолог в данном случае только лишь выступает таким вот, ну, как бы проводником, да, то есть просто направляет человека и, в принципе, на этом все. Вот, мне кажется, такая позиция наиболее приемлема, поэтому если вы хотите выйти на свою психологическую проблему и заняться ее психотерапией, то, соответственно, вам нужно двигаться в этом направлении. А дальше, если мы говорим теперь про истолкование сновидений, да, то здесь мне больше нравится юнгианский символизм. Вот. И, соответственно, с этой точки зрения я постараюсь дать вам свой комментарий. А, пару дней назад, пишите вы, снился сон, что я хочу исправить пропуск в учебе, нужно было написать контрольно и туда. А, смотрите, здесь вот пропуски в учебе, да, это вина за ошибки, незавершенный гештальт по каким-то эпизодом вашей жизни. То есть в вашей жизни, вероятно, были такие эпизоды, когда вы, ну, как скажем, как это лучше сказать, когда вы не проявили себя, может быть, так, как вам хотел проявить. Вот. Ну вот, не проявил, вот не получилось. И остался осадок, остался след, что называется, на вас. Вот. И вот это вот желание исправить ошибку. То есть я бы здесь вспомнил бы те эпизоды, которые оставили на вас, ну, такой, знаете, фрустрирующий эффект. То есть, которые оставили вас фрустрирующей в целом. Вот. То есть там вот, где вы как-то чувствуете вот некоторую незавершенность в действии, ну вот для себя. Во сне я судорожно фотографировала журнал с оценками. Это желание кому-то доказать, кому-то показать, что-то доказать. Посмотрите на то, кому и что вы пытаетесь доказывать, Екатерина. Очень паниковала. Да, вы боитесь, что доказать не получится. Вы боитесь, что
Несмотря на ваши аргументы, да, вот как-то все равно будет, ну, все равно о вас буду думать, вот, ну, так, как думают, да, то есть, вроде бы, вот вы хотите, да, ну, доказать что-то. И в то же время получается, что боитесь, что у вас доказать это, ну, доказать не получится. Вот. Что, грубо говоря, вас, ну, отвергнут, например. Вот. Грубо говоря, что вас как-то, ну, может быть, вами пренебрегут. Сегодня приснился сон, что вроде как большую часть своих долгов я закрыла. Ну, может быть, вы действительно совершили какие-то действия, которые вот помогли вам достичь такого состояния. Вот. Возможно. Но если хотите мое мнение по этому поводу узнать, то я бы сказал, что вы просто могли убежать от проблем. Вот. То есть просто вот. Ну, заглушить ее. Заглушить, как бы, проблематику. Вот. То есть это не похоже на то, чтобы вы вот как-то вот взяли, да, и решили сразу свои проблемы. Дальше. Писала работы, четко помню по истории Украины, немецкий, украинский, к чему это описал, подскажите, школа снится довольно часто, но такой прям первый раз с оценками, то, что я четко помню. То есть вам снится школа, это довольно распространенное явление, дело в том, что в школе часто бывают одни из самых ярких воспоминаний, плюс там же зачастую остается очень много незавершенных каких-то действий. Вот. Там же подростковый период возникает, что тоже очень значимо для, ну, для большинства людей, это нужно понимать. Вот. То есть аспект здесь, он вот, ну, такой достаточно, ну, достаточно, как бы, ну, достаточно очевидно, как мне кажется. Вот. Поэтому ваша задача, на мой взгляд, как следует изучить ваш опыт, может быть, даже детский опыт, вот, может быть, даже подростковый опыт, вот, то есть, ну, тут, понятно, много вариантов в данном случае, ну, может быть, вот, и посмотреть, какие вот у вас чувства, как бы, в целом, да? То есть, часто ли вы там испытываете вот такие чувства, как там вину, да, желание что-то доказывать кому-то и так далее. Вот это, на мой взгляд, очень важная вещь.
То есть вот ваша задача, она, на мой взгляд, заключается именно в этом, в том, чтобы разобраться в себе и преследовать свою жизнь. Вот. Понимаете, для вас это имеет достаточно серьезное, как мне кажется, значение, потому что вы вложились в этот вопрос, понимаете? Вы в него вложились, значит, для вас это имеет важное значение. И если для вас это имеет важное значение, то, как мне кажется, чем быстрее вы это признаете, ну вот, и чем быстрее вы начнете с этим работать, тем лучше будет для вас. Вот. Именно вот что работать, а не просто спрашивать, да, вот, к чему это, потому что ответы на вопрос, да, ответ на вопрос, вот, к чему это, вам, ну, особо ничем не поможет. Вот, просто имейте, пожалуйста, это в виду. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, и небольшое пояснение, как бы обратная связь нужна в первую очередь вам для формирования основных постулатов психотерапии своей, ну то есть вот, как над чем вы хотите работать, да, то есть вот формулирование проблемы, скажем так. Вот, да, вот еще забыл сказать, вы, по моим ощущениям, вот на это в частности указывает то, что вы, ну, вы указали свое имя как Катя, хотя, ну, я думаю, что вы взрослый человек, да, и как бы, ну, Катя, наверное, не то имя, которое отражает взрослого человека. Вы, безусловно, можете быть Катей, безусловно, можете быть Катей, вот, но вы можете быть Катей, например, для своих родных, да, но не для людей, которых вы не знаете, вот, или для знакомых людей. То, что вы при регистрации указываете имя Катя, говорит о том, что, возможно, вы не чувствуете себя взрослым. Вот. А это тоже может быть проблемой. Ну, такой вот психологической в данном случае. То есть, что я имею в виду? Да, что я имею в виду? Я имею в виду, говоря об этом как о проблеме, то, что вы не чувствуете, что управляете своей жизнью. Вот о чем я говорю. Я ни в коем случае не имею в виду ничего плохого. Здесь. Я имею в виду только вот то, что вы своей жизнью, возможно, из-за того, что вот не чувствуете себя как бы взрослой, да, вы не управляете своей жизнью.
Но это может быть для вас просто еще одним дополнительным источником раздражения, источником неудовлетворенности. Вот. Понимаете, да? Поэтому на этом тоже постарайтесь по возможности обратить свое внимание. На этом все. Удачи вам. Обращайтесь за помощью.